12-летний ярославец Али Ибрагимов стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Престижные соревнования состоялись в Афинах. За кубок боролись спортсмены из Венгрии, Бельгии, Греции, Польши, Украины и России. Сборная Ярославской области совершила без преувеличения триумф. Все члены команды стали призерами соревнований. В нашей копилке одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали. Более того, чемпион мира Али Ибрагимов был самым младшим в своей категории, но это не помешало спортсмену стать лучшим. Для Али это первое соревнование такого уровня. Переживания, волнения, но перед выходом на татами не мог подвести ни тренера, ни родителей, ни страну. Все-таки представлял Россию. Должен был показать хороший результат. Надо отдать должное тому, что 6 человек из Ярославской области поехали на первенство мира. 6. Это очень много, во-первых. И 6 человек стали призерами. Это 100% результат. Один из них стал чемпионом.